Здравствуйте. Программа «Крест над Европой» в Словакии. Это государство, находящееся в Центральной Европе, получило свою независимость совсем недавно, в 1993 году. Но история словаков уходит корнями глубоко в прошлое. Первые славянские племена появились здесь еще в VI веке. За 15 веков по этой земле с огнем и мечом проходили иноплеменные захватчики. Она побывала в составе Моравской империи, Венгерского королевства, Австро-Венгрии, наконец, Чехословакии. И все же сохранила свою особенность и национальный колорит. Многие наши соотечественники, побывавшие здесь, находят общее в характере словаков и русских, словаков и украинцев. Еще одна особенность этой страны – ее религиозность. В отличие от Чехии, где большая часть населения причисляет себя к атеистам, Словакия – традиционно христианская страна. Многие не знают, что в Словакии есть очень большое духовное сокровище. В столице нашей страны, в Братиславе, находятся святые нетленные мощи одного из самых знакомых греческих святых и самых любимых, святителя Иоанна Милостивого, Александрийского патриарха. И наша епархия получила как великое благословение частицу этих нетленных мощей, можно сказать даже часть, не частицу. И она будет по милости Божьей уложена в кафедральном соборе, ныне строящемся имени святого Иоанна Милостивого в городе Кошице, который является вторым городом нашей страны Словакии. Кошице – один из самых красивых городов Словакии. Памятники разных эпох сосредоточены в его историческом центре, через который проходит главная улица города с живописными домами и дворцами. Здесь же находится и кафедральный собор Михайловско-Кошицкой епархии. Он не совсем обычный. Пока новый собор только строится, верующие молятся в жилом здании у входа кафе. А в самом помещении церкви раньше проходили партсобрания местных коммунистов. И все же здесь во время литургии чувствуется какая-то удивительная духовная атмосфера. Возглавляет службу архиепископ Георгий. Ему еще нет и 30 лет, но у него уже большой опыт жизни в церкви. Он выпускник богословского факультета Прешевского университета. Священнослужитель рукоположен в греческих Салониках. На монашеский путь стал в Кикском монастыре на Кипре. Хорошо знает традиции русской православной церкви. И хорошо говорит по-русски сам, так как в роду у него есть русские корни. Я воцерковился, конечно, не в зрелом возрасте. Мне тогда было 11 лет, я был мальчиком. Это была такая интересная история. Я просто попал в храм православный в чешском городе Оломоуц. И из-за великой бури я был должен остаться в этом храме. Ну и спросил священника, там присутствующего, если он верует в православного Бога. И этот священник серьезно ответил мне и начал заниматься мною. И именно от этого разговора начался мой интерес к православной церкви и к христианству вообще. Познакомиться с православием в Чехии и Словакии не так-то просто. Потому что православные, к примеру, в Словакии составляют чуть более 1% от всего числа верующих христиан. Подавляющее большинство населения – католики. Немалая часть причисляет себя к униатам, греко-католикам. Это следствие того, что с православием здесь вели войну не на жизнь, а на смерть в течение целых столетий. История иконы Пресвятой Богородицы из села Клокачево – яркий тому пример. Это было явление где-то в половине 17 века между православием и унией пока, когда заплакал образ Божьей Матери. И именно это место Клокачев, оно являлось большим паломническим центром для всего Подкарпатия и Восточной Словакии. К сожалению, самая же чудотворная икона пропала где-то в Вене. Нам, православным, мы успели сделать список, который нам сделали в Тессалониках, в родном городе святых Кирилла и Мефодия, и подарили. И мы его уместили в храме Успения Пресвятой Богородицы в одном маленьком селе, называемом Нижняя Рыбница, потому что самотное село Клокачев
там уже нет православных, к сожалению. Все село пошло в униатство. Священник отец Василий, заместитель директора православного колледжа Славка Рудачкова и магистр богословия Илья Бей, выпускники богословского факультета Прешевского университета в Словакии. Этот факультет готовит и священников, и педагогов, и специалистов по истории православия, в том числе и Восточной Словакии. Здесь восточный обряд и церковно-славянский язык в богослужениях использовался практически непрерывно, вплоть до 20 века. Но в 1646 году произошло такое явление, как Ужгородская уния. Произошло оно как отголосок унии Брестской, когда часть православного духовенства подписала Филиппа, подписала символ веры Римской Церкви и таким образом приняла католичество. Приняла католическую веру, но сохранила свой византийский обряд. К сожалению или к счастью, не все верующие осознали, что произошло, поэтому продолжали называть себя православными, даже будучи униатами. И сохранили свою принадлежность, древнюю принадлежность к православной церкви вплоть до 19-20 века, когда православие на этой территории начало восстанавливаться. В Михайловско-Кошицкой епархии есть село, жители которого хранили православие в течение веков. Ни один из них не перешел в унию. Иновице – одно из самых живописных мест в округе. Раньше верующие ходили в эту старинную церковь Архангела Михаила. Вот это Евангелие в алтаре 1743 года. Новый храм в честь пророка Ильи и священномученика Максима Сандовича был построен в 1996 году. Тут люди, когда совершали литургию, униатский священник, он при литургии выпоминал и всех вас православных христиан. И люди все казали о том и кажут до нынешних пор, что они сохранили ту веру, какой они научались, веру православную, что они православные не для того, что их теперь кто научает, что они православные, но они православные потому, что такая была вера их отцов, дедов, прадедов. Словакия очень сильно пострадала от так называемого греко-католицизма, от унии. По этому поводу самая важная задача – это возобновлять чувствие православного человека, его осознание. Во-первых, что это православие, что это не философия, но это ежедневная жизнь, что если быть христианином, то не надо только ходить в церковь. Ну, все, что ты слышишь в храме, ты должен как-то проводить в ежедневность свою. Это самая важная задача. Города Кошицы и Михайловцы находятся неподалеку от границы с Украиной. Несмотря на то, что это ее самая западная часть, так же, как и Словакия, сильно подвержены влиянию католицизма, православные традиции здесь укорены очень глубоко. В один из дней владыка Георгий отправился на машине в Ужгород, в Богословскую академию имени святых Кирилла и Мефодия. Здесь должно состояться рукоположение одного из ее учащихся во священники, который будет служить на одном из православных приходов в соседней Словакии. Когда появилась граница между Чехословакией и Советским Союзом в 1945 году, она рассекла то же самое население, ту же самую этническую группу на две половины. Поэтому нам украинское население, Ужгорода очень близко, оно говорит, разговаривает почти на том же самом языке, как наши русыны здесь в Словакии.
Город Ужгород – областной центр Закарпатской области и один из древнейших городов Украины. Венгерская летопись датирует его основание 872 годом. Город расположен в предгорьях Карпат на реке Уж. Величественный православный собор расположен в новом центре Ужгорода. Он посвящен святым Кириллу и Мефодию, а в старой его части находится Богословская академия, также имени Кирилла и Мефодия. Она основана в 2002 году по благословению блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины. Учащиеся академии, помимо высшего духовного образования, получают еще и светское, так как академия осуществляет образовательную деятельность совместно с Карпатским университетом имени Августина Волошина. Вот в этой академии и обучался выпускник Киевской духовной семинарии диакон Василий Лембей, еще совсем недавно и не помышлявший о том, что Господь ему судил стать клириком церкви чешских земель и Словакии. Аксиос достоин! Поздравить отца Василия и его матушку Татьяну с этим знаменательным днем приехали их родители. Они берут у него первое пастырское благословение и целуют в щеки. Ведь он хоть и батюшка, но и сын. Супруга Татьяна не может сдержать слез. Думаю, что когда вот мы стояли в церкви, венчались, нам же говорили, что мы одно целое. То есть я разделяю как бы мужа, жизнь. Я понимаю, что я должна его поддерживать, быть ему верным другом в этом и помогать. И не может быть как-то иначе. Я только могу добавить, что жизнь священника без матушки – это очень трудно. Потому что если матушка не помогает священнику, так он ничего не сделает. В первую очередь священник должен основать свою домашнюю церковь, а потом уже другую церковь. Если в доме священника нет спокойствия, то очень тяжело научить что-то людей и показать. Священник в первую очередь должен показывать своим примером, как он живет, как он относится к церкви, как он относится к своей жене, к своей семье, к своим детям. А потом уже люди на него смотрят и рассказывать после этого, как надо. Если он на проповеди говорит одно, а в семье совсем другое, то это будет напрасно. Словакия не очень далеко, она почти здесь рядом. Мы уже ездили один раз, приезжали в Словакию, были на том месте, где мы будем служить. Оно не пугает. Почему пугает? В Словакии мы все знаем, что живет очень много и украинцев, а еще больше закарпатцев. То есть люди, которые здесь раньше жили, приехали в Словакию. И поэтому мы едем, как бы можно сказать, к своим. Да, их культура нам близка, как бы. То есть немножко, да, Европа, это отличается от Украины, но я там, когда я приехал, я чувствовал себя как себя дома. Что ж, пора и нам возвращаться в Словакию. Рассказ о которой мы начали в этой программе. До встречи в следующем выпуске. Берегите друг друга.